Всем привет! Стою на остановке, еду на работу. Сегодня вот такая вот дождливая погода, но, слава богу, автобус уже едет, так что я не буду долго мокнуть. Неохота ехать на работу в такую погоду. Хочется дома сидеть, чай пить. Так, для зрителей, которые меня все время смотрят. Представляете, все-таки я купила еще бокалы. Мне показалось, 4 мало. Я взяла еще, и там остался последний набор. 2 бокала тоже. Ой, не бокала, а стакана. Почему я говорю бокалы, не знаю. Еще остался набор, 2 стакана. И теперь я опять думаю, может быть, надо было все взять? Ну, не знаю зачем, вот так кажется. Просто мне они настолько понравились, и вот Олесе тоже. Прям вообще. Наверное, все-таки завтра я пойду и еще возьму, и у меня будет 8. Ну, знаете, вот думаю, что вдруг вот разобьются, уже будет вот как бы мало, как не набор. Ну и в то же время, все-таки, может быть, когда-то кто-то к нам в гости-то и придет. Ну, короче, с этими стаканами, это я не знаю, у меня какая-то болезнь началась. Сколько вот я уже скупила, и все хожу, и сегодня опять взяла, и опять думаю, нет, ну надо было еще тогда вот взять последнюю и все. Ой, и пошла со стаканами. И увидела еще одну милоту, мне прямо очень понравилось, тоже была по акции. Форма для запекания и сервировки. Так, сейчас открою, покажу вам. В общем, вот, посмотрите, какая форма, какой удивительный цвет. И посмотрите, какая она красивая. Она такая красивая, мне так она понравилась, и ее можно использовать и как и для запекания, и какую-нибудь там, я не знаю, селедочку под шубу сделать, еще какой-нибудь салатик, грибочки здесь, шампиньончики запечь, какие-то баклажаны, ну что угодно. Мне кажется, она просто обалденная, но вот этот цвет, это красота. В общем, вот такая вот у меня еще покупка. И то, что, помните, я вам показывала еще вот такую тарелку, да? Блюдо у меня здесь, кстати, 2 лимона сейчас лежат. Вот это тоже я покупала в Галамарте. И я нашла на Вайлдберриз такие же еще кружки. И вот, наконец-таки, наверное, я возьму кружки. Я все говорила, не найти мне идеальные кружки, те, которые мне нравятся. А вот эти кружки идеально подойдут к этой тарелке. У меня будет набор кружек, вот такое блюдо, здесь у меня будут всякие там фрукты. И я еще заказала на Wildberries из этой же серии более маленький такой салатничек, допустим, конфетки какие-то туда положить или что-то такое. Ну, короче, меня затянули покупки для дома, когда вот этот набор еще тоже придет, я вам все покажу. Вот такие вот у меня покупочки. Не, ну скажите, классная форма. Ну, не знаю, мне прям очень нравится. Какой-то вот даже пирожок сделать, там, не знаю, штрудель, да, эту как его, господи, как называется, которая, шарлотка, вот, шарлотку, угу, вы меня поняли, короче, вот так. Так, у нас уже следующий день, у меня сегодня выходной от основной работы, и поэтому в 9 утра я уже иду в Спортлайф. Прям бегу, можно сказать, даже с удовольствием. Вот. Но сегодня у меня тренировка в студии, где я снимаю, почасовая аренда. Но это не считается за работу. Мы уже на площадке. Я пришла с зала, поделала там кое-какие дела и пошли гулять мы с детками. Зашли в Улыбку Радуги. Кое-что купили, сейчас покажу вам. Скидка сегодня 40% на косметику. Я взяла вот такие вот румяна от Vivienne Sabo. Оттенок 3. Потом взяла для сумочки крем для рук комплексный. По 55 рублей был со скидкой. Взяла блеск от L'Oréal. Часто такие беру, мне очень нравится. Но оттенок такой я не покупала. 206, обычно у меня, по-моему, 203, если не ошибаюсь. Но могу напутать. В общем, вот такой 206. И взяла еще карандашик для бровей Vivienne Sabo. Так, 03 оттенок.
Олесь, ты что взяла? Покажи тоже. Два блеска. Олеся взяла себе два блеска. Ну, вот какие-то вот такие маслица какое-то. Это масло, это голографический блеск. Короче, вот это вот все мы взяли еще и жвачку, и всего 1200. Представляете, реально работала скидка 40% на косметику. Там можно было выбрать 40% на косметику, либо же на шампунь, на что-то одно в одном чеке. Вот, мы что-то не собирались, но решили, что нам это нужно. Сейчас мы немножко погуляем, и я пойду на работу в свою студию, заниматься персональными тренировками. Может быть, поснимаю вам там что-нибудь. Вообще, сегодня, как я уже сказала, выходной. Вот, и завтра у меня замещение. Вообще, у меня выходной должен быть, но я взяла замены. Вот так. Сотрудница попросила меня, у нее у дочек день рождения, у нее две близняшки или двойняшки, как это? Близняшки. Чем они отличаются? Двойняшки, близняшки. Ну, короче, день рождения у дочек, и вот 7 лет им исполняется, она попросила, чтобы я поработала за нее, она будет праздновать день рождения. Так вот. Погода какая-то сегодня переменчивая, то холодно, то жарко. Постоянно вот вроде солнышко и ветер одновременно. И когда на солнце, то хорошо. Когда солнце пропадает, прям вот этот ветерок не кстати. Вот, мы сейчас в других дворах гуляем. Тоже, видите, похожие дома. Вот впереди жемчужная плаза, и справа там наш дом. Что-то решили на площадках погулять. Мы все до этого в парках, все время в парках гуляли. Вот. А тут я говорю, давайте на площадочках. Так, сейчас я вам поснимаю пионы. Я обожаю пионы, просто обожаю. Посмотрите, какая красота. Это такая красота. А тут, смотрите, какие бордовые. Вообще супер. Мне очень нравится. Кстати, в этом доме, вот в этом, мы тоже смотрели квартиру, трехкомнатная. Там еще мужчина, я помню, мне запомнилось, шарлотку готовил. Мы пришли, он один с ребенком дома такой готовит шарлотку. Так вкусно пахло в квартире. Но квартира была трешка и такая, знаете, малюсенькая. И нам она из-за этого не понравилась. Маленькая кухня, такая же, как на прошлой квартире. У нас 8, что ли, метров всего. Ой, чуть не завалилась. Яму в какую-то провалилась нога. Короче... Где мы только уже не смотрели. Дома вот здесь. А вон наш дом торчит. Вот он. Видите? Вот так. Давай, спускайся. Не надо прыгать, Глеб, ну не дай бог еще какие-то приключения. Так, пойдемте, может, с этой? Давай с этой, наверное. Да, с этой. Так, поснимаю вам еще наш канал. У нас там, видите, лодочки. Что-то сегодня нету этих сапов. А, вон они. Сейчас. Вон они. Что-то никто на них не катается. Ну ладно. Одиннадцать, двенадцать,
13, 14, Ну вот и все, наша замечательная тренировка подошла к концу. Мы уже переоделись и сейчас пойдем домой. Если был интересен этот контент, ставь лайк, пиши комментарий и подписывайся на канал.